1 июля изменения в системе электронного администрирования НДС. 2 недели осталось. Что же должен сделать бизнес? Так, що робити, якщо платник податків отримує відмову при реєстрації? На ці наші з тобою запитання дасть відповідь професіонал своєї справи Вікторія Бірюченко, яку ми вже чекаємо в нашій студії. Вікторія Бірюченко – експерт з аудиту. У 1991 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіст. Вікторія має 20-річний досвід роботи в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, due diligence, професійне навчання та бізнес-планування. Вона є сертифікованим аудитором України, Certified Public Accountant, CPA USA, членом Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів РНБА, афілійованим членом Фінансово-будівельної асоціації США. З 2001 року керуючий партнер та директор аудиторської фірми МТД Аудит. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброе утро, Вікторія! Приветствуємо вас в нашій студії. І у нас традиційний вопрос. Самое запоминающееся утро, которое было в вашей жизни? Это было вчерашнее утро, американское. Когда в Сенатском комитете по разведке бывший директор ФБР давал показания в ходе допроса и объяснял, почему он был уволен, по каким причинам. И то достоинство, с которым вел себя директор ФБР, бывший, и как честно он отвечал на вопросы, и как задавались вопросы сенаторами, они говорили не о соблюдении буквы закона, они говорили о соблюдении духа закона и о ценностях. И я просто предлагаю всем гостям и зрителям вашего канала открыть Facebook или YouTube, там есть этот прямой эфир в записи с переводом на русский язык. И прослушать это 2,5 часа, честно, ничего более захватывающего я за последние годы, вот просто годы, вспомнить не могу. Я впервые в жизни слушала комитетские слушания, и как честно чиновники ведут себя по отношению к американскому народу, вот когда наш украинский чиновник, бывший или действующий, будет вот так себя честно вести в своей профессии и по отношению к нашему украинскому народу, тогда мы станем такими же великими, как стала американская нация. Да, удивительно, у вас утро такое серьезное, вдохновляющее было. Я думаю, обязательно мы, телезрители, посмотрим это выступление. Ну, дякую за пораду. Да, да. В продолжение о серьезном такой у нас вопрос. Какие инновации ждут бизнес с 1 июля в системе электронного администрирования НДС? С 1 июля прекращает действие тестовый режим и начинает действовать полноценный режим механизма остановки, приостановки регистрации налоговой накладной. В простонародье это называется блокировка налоговой накладной. Можете поподробнее об этом? И это выдающееся событие, то есть ровно два года 1 июля исполняется самой системе электронного администрирования НДС. Целью введения была борьба с фиктивным НДСом, с уклонением от уплаты НДСа в бюджет. И, насколько я понимаю, за эти 2 года больших успехов наш ГФСУ, Кабмин, Минфин в этой борьбе достичь не смогли. И вот этот этап, на их взгляд, призван привести к тому, что уклонение от уплаты НДС в стране будет ликвидировано. В чем состоит этот механизм? Это автоматизированный мониторинг на критерии ступени риска, как это называется в проекте Минфина, он еще не утвержден. Всех налоговых накладных, которые продавец подает на регистрацию в электронную систему регистрации налоговых накладных. Если раньше, до 1 июля, продавец подавал налоговую накладную, ее регистрировали, а потом уже в ходе документальной, например, проверки или камеральной проверки могли признать недействительной эту налоговую накладную, и, соответственно, покупатель лишался налогового кредита. То теперь решили пойти несколько иным, более жестким способом. Изначально те налоговые накладные, которые, как подозревают органы ГФСУ, регистрируются по фиктивным операциям продажи, будут заблокированы. И продавцу придется доказывать документально, письменно,
что его операция неэффективна, и его налоговая накладная может и должна быть зарегистрирована. А скажите, пожалуйста, как будет работать механизм припинения регистрации? Ну, как я уже сказала, это автоматизированный мониторинг. У нас идет электронная регистрация налоговых накладных, то есть программными засобами. Запрограммирован механизм, когда каждая поданная налоговая накладная проверяется на соответствие этих критерий. И налогоплательщик вместо квитанции о регистрации налоговой накладной получает квитанцию о приостановке регистрации налоговой накладной. И что в таком случае должен делать налогоплательщик, который получил отказ о регистрации своей налоговой накладной? Ну, по закону, у него есть 365 дней. Ну, конечно же, никто не будет ждать 365 дней. Налогоплательщик тут же, как можно быстрее, должен подать заявление в Центральную комиссию, созданную при ГФСУ, с просьбой рассмотреть вопрос и принять решение о регистрации его налоговой накладной. Вот чем раньше он подаст такое заявление, с приложением сразу же всех документов, которые требуются, согласно, опять же, проекту приказа Минфина, тем быстрее он получит ответ. Потому что у налоговых органов 5 дней рабочих на то, чтобы принять решение. Угу. Да, дать ему ответ, принять решение, регистрировать его налоговую накладную или отказывать в регистрации его налоговой накладной. То есть более 5 дней они не имеют права задерживать ответ, да? Нет. В течение 5 дней обязаны. Просто вопрос в том, сколько будет таких налогоплательщиков, а сколько будет сотрудников Центральной комиссии ГФСУ. И вот на этот вопрос, во всяком случае, я от Минфина и от ГФСУ пока ответа не услышала. Насколько они способны будут, особенно в первые дни, в первый месяц, когда к ним пойдет лавина заявлений от налогоплательщиков, справиться с этим объемом работы. Зрозуміло. Давайте уявимо таку ситуацію, що підприємець став співінвестором будівництва в бізнес-центрі своїх приміщень. І може він розраховувати на ПДВ-пільгу по першій поставці? Став співінвестором приміщень в офісному центрі? Так, в бізнес-центрі. Ну, я можу його розчарувати зразу. Він не отримає пільгу з ПДВ. Тому що пільга з ПДВ в нас передбачена тільки для житла, а приміщення в офісному центрі житлом бути не може. Інвестор, скоріше, може розраховувати на суму податкового кредиту, достатньо суттєву для нього. І в цьому випадку він зможе, я перейду на русский язык, претендувати на бюджетне возміщення НДС з бюджету. Это да, это возможно, но никак не льгота. Я бы еще хотела добавить к первому вопросу о действии механизма приостановки регистрации налоговых накладных, потому что я немножко испугала наших зрителей. Там есть 4 основания, по которым налоговая накладная сразу идет мимо оценки критериев. То есть она признается такой, которую можно зарегистрировать. И если наши зрители – большой бизнес, средний бизнес, которые за 2016 год заплатили в бюджет ЕСВ и всех налогов на сумму более 5 миллионов гривен, то их налоговые накладные до конца 2017 года блокироваться не будут. И точно так же малый бизнес, у которого сумма продаж за месяц не превышает 500 тысяч гривен, их налоговые накладные блокироваться не будут. Ну и третий вариант – это если вы работаете с неплательщиками, конечными покупателями, и выписываете в их адрес налоговые накладные, эти налоговые накладные тоже блокироваться не будут. Это чтобы немножко улучшить настроение. Немножечко позитивной информации в целом. Да. А как признавать доход предприятию-заказчику? Поэтапно в ходе строительства нового цеха или уже после его завершения? Ну, вопрос скорее не как признавать заказчику, а как признавать подрядчику. Потому что если это заказчик строительства нового цеха, то он строит свое основное средство.
в этом случае он не признает доходы, он капитализирует затраты по сооружению нового цеха. Если же он, как заказчик этого цеха, планирует потом продать этот цех уже предпринимателю, которому этот цех нужен, то опять же он продавец, он не строитель, не подрядчик. И, конечно, в этом случае весь доход он должен будет признать в тот момент, когда уже построенный объект будет передаваться конечному потребителю с точки зрения, кто будет использовать этот цех в своей предпринимательской деятельности. А какие особенности проведения документальных проверок у 2017 году? Что вы можете сказать с этого привода? Дело в том, что порядок проведения документальных проверок органами ГФСУ, он не изменился. Есть проверки документальные плановые и внеплановые. Внеплановая документальная проверка возможна только в случае, если вы получили запрос по основаниям, изложенным в НКУ, запрос от органов ГФСУ о показателях своих поданных налоговых деклараций, и в течение 15 дней не ответили письменно налоговым органам на этот запрос. Вот тогда они могут прийти на внеплановую документальную проверку. К сожалению, изменился порядок посещения предпринимателей инспекторами по труду. Вот здесь произошли кардинальные изменения. Но это другая постанова Кабмина, вступившая в силу в апреле месяце. И поскольку подзаконных актов еще не утверждено под эту постанову, то мы можем только готовиться к тому, что к предпринимателям будут иметь право прийти видвидаты их предприятия, инспектора по труду, сотрудники местных органов власти. Угу. Вот это такое совершенно революционное решение нашего правительства. Но как оно будет действовать на практике, мы пока еще не знаем, потому что нет подзаконных нормативных актов. Угу. А в каких случаях операции при проведении документальных проверок налогоплательщика они могут быть признаны недействительными? Ну, я как эксперт хотела бы ответить в никаких. Потому что если у вас хозяйственная операция в реальности состоялась, и она подтверждена правильно оформленными первичными документами, то налоговые органы не имеют права, согласно норм Налогового кодекса, принимать решение, действительно она или недействительно. Но в то же время еще в мае 2016 года ГФСУ утвердила как внутренний документ методические рекомендации по выявлению недействительных хозяйственных операций при проведении документальных проверок. На сегодня этот документ не отменен. И там целый ряд признаков, по которым налоговые органы имеют право в акте документальной проверки описать факт признание ими во время проверки операции нереальные либо недействительные. Раньше они называли эти операции фиктивными. Исходя из последней разъяснительной практики ГФСУ, в первую очередь они будут исследовать деловую мету сей операции, то есть деловую цель. А деловая цель – это означает, что хозяйственная операция должна либо сейчас, либо в будущем привести к увеличению экономических выгод предприятия, то есть принести ему дополнительный доход или прибыль. И, конечно же, если ваша операция убыточна, то прибыли она вашей компании принести не может. Но, с другой стороны, очень часто убыточные операции тоже имеют деловую мету. Продажа небольшой партии товара со скидкой, да, потенциальному большому заказчику в конечном итоге приводит к получению большого заказа от этого заказчика. И тут просто нужно научиться объяснять нашим налоговым органам, в чем состояла деловая мета кожную вашей господарской операции. И вторая сторона медали. Очень важно правильно оформить документы первичные, которые фиксируют факт, то есть они теперь у нас не подтверждают, у нас внесены изменения в закон об бухучете и в положение о документальном обеспечении записи в бухучет, они описывают совершенную вами хозяйственную операцию. Вот нужно научиться правильно в первичных документах
описывать совершенные вами хозяйственные операции. А как и когда отображать результаты проверки в податковых декларациях с податку на прибыток? Ну, далеко не все результаты проверок должны быть отражены в декларации по налогу на прибыль. Но если так случилось, что, к сожалению, часть ваших операций признали несоответствующим деловой мыти, або по этим операциям у вас отсутствуют правильно оформленные первичные документы, что требуется согласно 44 статье Налогового кодекса, то действительно вам могут уменьшить сумму ваших расходов и пересчитать налоговую прибыль. Размер налоговой прибыли будет уменьшен, а за то, что вы не вовремя заплатили обязательства по налогу на прибыль в нужной сумме в бюджет, да, вам начисляют штрафные санкции. Так вот, эти штрафные санкции я очень рекомендую включить в налоговую декларацию того отчетного периода, в котором вы себе эти штрафные санкции начислите по данным бухгалтерского учета. Это один пример того, когда результат документальной проверки можно отразить в декларации по налогу на прибыль, но он там будет отражен в сводном показателе финансовый результат за период. Но второй момент, когда может возникнуть необходимость отразить результаты документальной проверки в декларации за текущий отчетный период, если вам по каким-либо законным основаниям пересчитали отрицательный финансовый результат, то есть ваши сбытки податкови за предыдущие отчетные периоды. Поскольку сумма сбытки в минулых периоде переносится в декларацию за следующие отчетные периоды, по решению налоговых органов она была уменьшена, значит, в этой декларации вам придется отразить сниженный размер налоговых убытков прошлых периодов. Зрозуміло. Дякуємо вам за таку інформацію, за актуальні новини, за поради, що ви прийшли сьогодні зранку, знайшли час відвідати нашу студію, наш діловий ранок, і сподіваємося, що ми ще раз побачимо вас у нас в гостях. Так, дякую вам за увагу, за позитивний ранок, і я теж маю надію ще з вами побачитись. Дякую. Дякую.